Всем привет! Как и я, наверное, вы видели в новостях заголовок, что российский космонавт с МКС заснял некое НЛО. Сейчас холодным умом вместе с вами попробую изучить эту видеозапись, используя все возможности, которые есть у видеомонтажера. Вот, открываем 9-ю секунду и видим некие летящие штуки, да? Если мы присмотримся, их не 5, их 6. То есть, вот, смотрите, одна... чуть выше, вот, вот сюда смотрите сейчас, вот, видите, одна здесь, и вот раз, два, три, четыре, пять точек. И вот наверху, смотрите, она шестая, и она находится чуть-чуть выше. Кстати, мы не видим это шестое НЛО, если оно в обычном формате, как вот залил Вагнер на свой твиттер. Но если мы поднимем экспозицию, то мы увидим, да, эту пятую, эту шестую, вот, шестую штучку, летящую вместе. Сразу, короче, чтобы не затягивать, мое мнение, что это такое? Это банальный блик от 5-слойного стеклопакета на МКС. Почему? Вы, наверное, замечали, что вот у всех там стоят сейчас дома стеклопакеты. Если есть какой-то блик, то, ну, источник света на другой стороне окна или наоборот, то именно в самом стекле, на каждом стекле, из которого состоит стеклопакет, а их там бывает от 2 до там 5 до 6, смотря какой стеклопакет. Если на бронированных машинах там может быть и 10 стекол подряд стоять, ну это, наверное, преувеличиваю, но в общем суть вы поняли, да? Собственно, вот про какое стекло в иллюминаторе я говорю. Вот, пожалуйста, отражение, вот про которое я говорю. Раз, два, три, четыре. Сами посчитайте, сколько. И вот в каждом из этих стекол в стеклопакете отражается вот эта точка. Далее, что это за точка? Скорее всего, это какой-то либо метеор, либо, хотя это слишком высокие слои атмосферы, я думаю, что там он гореть не будет. Скорее всего, это спутник отражается от Солнца. И его яркость позволяет, настолько он яркий, настолько ярко отражается, что появляется блик в каждом из стекол окна МКС. Потому что это по-любому снято на обычную камеру в режиме таймлапса через иллюминатор. А иллюминатор уже состоит из 5 стекол, допустим. Шестая точка — это, скорее всего, и есть. Вот эта точка — это и есть, собственно, спутник. Скорее всего, вот он с ними, видите? Я сейчас вот приблизил для вас, вот. Вот он, это скорее всего оригинальный спутник, и он дает этот блик. Всем спасибо за просмотр, не ведитесь на громкие заголовки вирусные. Всем пока.